телефон. Михаил решил исполнить. Говорит, что у него сейчас время 9:30, а у него генеральная уборка. Моем раковину. Так, чистенько. Как? Субботняя, блядь. Как? Субботняя уборочка. Вау, даже с лицевой стороны. Усрали все эти свиньи. Так, кто это? А ну скажи мне. Кто? Работники наши. Работники. У нас есть работники, которые... Драгоценные. Драгоценные. Абсолютно профессионалы, драгоценные. Так. Вау, все становится... Вон. Теперь чистой тряпочкой все это смываем. Получается обалденно. Ну, коричневая, оказывается. Да, коричневая раковина. Вот это сюрприз. Опа! И теперь дверь стала открываться. Это был слой такой грязи, что дверь не открывалась. Опять подписывайтесь. Все новости только впереди. Все лучшее от автосервиса «Шаман». Пока!